Прозвучала вторая часть и начало финала концерта для флейты, струнного оркестра и клавесина Татьяны Смирновой. Напоминаю, что композитор и пианистка являются сегодня гостями нашей передачи. Татьяна Георгиевна, скажите, насколько труден сейчас, или, может быть, подчас горек, труд композитора? Да, вот эта тема очень больная. Вы знаете, мои коллеги, мы часто говорим об этом. К сожалению, сейчас для серьезного, настоящего творчества, для творчества, которое основано на традициях, и целью которой является продолжение, обогащение этих традиций, великолепных традиций нашей русской композиторской школы, для вот этих творцов наступил сейчас очень такой трудный период, который, я вот не знаю, это уже длится, наверное, лет как 5, когда эти композиторы зажаты в тиски, совершеннейшие тиски. С одной стороны, это та самая попса, которая вот распространилась, как зараза распространяется, знаете, на всю территорию России. Она захватила всех. Она делает роботами. Она делает роботами, перестали мыслить. И вот самое ужасное в этом, что молодое поколение, оно все заражено. Понимаете? И есть только вот те музыканты, которые сейчас учатся и считают элиты. Это не элита, это настоящее творчество, которым гордиться наша страна должна быть. А для них созданы самые такие, я бы сказала, неприглядные условия и для музыкантов, обучающихся, и для наших высшей школы, профессуры. То есть никто не думает о будущем. Но все-таки исключения как бы есть и здесь. Но есть исключения, безусловно, но общий процесс очень тревожный, идущий сейчас. Вот. И с одной стороны, а с другой стороны, теперь очень поддерживаемо уже в течение 5, наверное, 7 лет искусство авангарда. Это мертвая музыка. На мой взгляд, это музыка, которая как эксперимент уходящая. Но вот этот уход длится слишком долго, потому что все перекрыто для настоящей музыки. Их поддерживают, их финансируют и у нас, и за рубежом. Наших же музыкантов никто не занимается. Просто мы как бы никому не нужны. Татьяна Георгиевна, вы считаете авангард не настоящей музыкой? Я считаю, абсолютно убеждена. И я вам объясню, почему. Для искусства музыки это прежде всего искусство интонационное. Для меня это однозначно, потому что этим мы гордимся нашей русской композиторской школы, этим мы сильны. А вы знаете, эксперименты, они всегда были. Каждый творческий человек, он будет искать новые составы. В русле традиций он будет ее обогащать, стремиться это делать, вы понимаете? В меру своего таланта, данных своих. Но он будет говорить язык, ведь музыки – это язык, прежде всего, интонационный, как я сказала. Это то же самое человеческая речь, только звуками. И представьте себе, какая будет неинтересная человеческая речь, если все будут одинаково говорить. Ведь в каждом индивидууме столько эмоций, столько голосовых, как говорится, интонаций интереснейших. И вот это все передает жизнь души, передает музыка. Если музыка мертва, одни конструкции, вы меня извините, это просто средство для достижения каких-то определенных. Насколько я понимаю, понятие моды в вашем творчестве не существует. Нет, безусловно, я это отрицаю, потому что что такое мода? Это приходящее и проходящее. Только вот как, сколько оно будет проходить? Вот в этом вопрос. В нашем искусстве пока что это, к сожалению, большое слишком место занимает. Ну а все-таки главная тема вашего творчества, могли бы вы ее определить? Ну, прежде всего, человек. Человек, душа его. Потому что я стремлюсь, я никогда не пишу для какого-то, что это надо написать. Я пишу только то, что я сама пережила. Об этом я пишу. Я вижу природу прекрасную, культуру я пишу. Я вижу интересных людей, я пишу. Я встречаю интересные какие-то живописные работы. У меня это сразу идет отклик, понимаете? То есть это живой разговор. Это живой разговор. Поэтому для меня, конечно, ни понятия моды не существует. Это вечно. Вечно настоящее живое искусство, которое питается соками нашей
земли. И опора на вот, вечно молодой источник, я так считаю, он и древний, и молодой, национальное искусство. Для композитора это очень важно. А авангардисты лишены этого. У меня был неоднократный за рубежом беседы, так сказать, на эту тему с разными музыкантами, разных поколений. Но я глубоко убеждена, что только в русле традиции из вот эти пласты народной музыки, интонации, разговорные речи, музыка должна говорить с человеком. Это говорящее искусство, это интонационное искусство. И в этом я глубоко убеждена. Вот несколько лет назад вы, нас слушатели, вынесли свою фолк-оперу, как вы назвали, фолк-оперу «Северный сказ». Да. Это что-то новое. Ну, это тоже был какой-то прорыв в новое русло. Вы знаете, если бы была создана фольклорная оперная студия, к чему вот стремились создатели, те, кто помогал осуществить эту постановку, она была поставлена в Гнесинском институте на факультете дирижерско-хоровом и народного пения, на стыке вот этих факультетов. Причем там все, там изначально народное слово, народный сказ Бориса Шергина, народные костюмы, русский народный оркестр. Это вот мне показалось, что это очень интересная работа. То есть я увлеклась этой работой, и у меня это было как бы обобщение целого пласта моего обращения к фольклору. Вот, потому что на этом основана и русская школа игры на фортепиано, вот, о которой я в прошлый раз немножечко рассказывала. На этом основаны и 5 смоленских песен, где нет ни одной цитаты, но это народные тексты, рассказанные мной, моей интонацией композиторской. На этом основаны и 6 картин на русские народные тексты. Вот которые, может быть, мы сейчас одну из картин послушаем. Кстати, они написаны раньше оперы, да? Намного раньше, да, и они имели прекрасную трактовку в образе певицы Нины Исааковой, народной артистки тогда еще Советского Союза, и народного русского оркестра под управлением Илмара Лапиша. Да, это вот Некрасовский оркестр. Послушаем сейчас одну из 6 картин, а именно 6-ю картину из этого произведения «Полюблю я молодца молоденького», исполняет Нина Исакова. Георгиевна, насколько я понимаю...